Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова, я приветствую вас на своем канале Мода HD, приветствую всех, кто на гречке, кто со мной. Сегодня 11-й день гречки, сегодня среда, нет, сегодня четверг, да, сегодня 11-й день гречки, возможно, кстати, 12-й, что-то я запуталась, я начала в прошлый понедельник сидеть на гречке, и на самом деле это видео, оно, в общем-то, не будет особо информативным, мне нечего рассказать, я себя прекрасно чувствую, я ем гречку один раз, вчера я гречку свою закончила, я думала, что вчера я начну, либо кому-то я его обнаружила в ящике своем для продуктов, либо овес, который я купила, потому что я не купила гречку, ее у нас в городе просто нет, вчера я не начала ни одну из этих новых круп, потому что мне, в общем-то, хватило гречки, той, что оставалось. Могу сказать, что гречка кажется мне очень вкусной, и на самом деле это не от голода происходит. Я действительно, как очень часто говорила в своих видео, как сохранить фигуру после родов, как, в общем-то, вообще оставаться в форме. Я говорила, что когда мы мало едим, мы начинаем чувствовать вкус продуктов острее. Кстати, насколько я знаю, это одна из философий, которые преследуют французы в питании. То есть они едят очень мало, ровно до того момента, когда они перестают чувствовать вкус продукта. Вот эта знаменитая булочка с утра и кофе – это как раз-таки тот размер булочки и то количество кофе, которое позволяет почувствовать вкус булочки и кофе. То есть я, например, всегда думала, что нужно, если, ну, вот садишься завтракать с булочкой и кофе, то нужно 10 булочек, но прям-таки пока не затошнит, и там много кофе, чтобы прям вкусненько все было. Нет, на самом деле французы, насколько я знаю, питаются по-другому, и я сейчас полностью разделяю эту философию, и как очень часто говорит мой муж, меня тоже всегда это очень удивляло, когда с ним познакомилась, он всегда занимался спортом, и вот он всегда говорил, когда мы ходили куда-то в ресторан вместе поужинать, он уже заканчивал есть, а я еще хотела одно блюдо заказать, он мне всегда говорил, лучше не до, чем перед, то есть лучше не доесть, по его мнению, чем переесть. Я очень долго не могла не просто принять эту философию, а просто понять ее. То теперь я принимаю ее и, в общем-то, практикую в своей жизни, в своем питании. Хочу сказать, что, возможно, именно поэтому я не ощущаю никакого дискомфорта. Вчера мне, на самом деле, кстати, очень хотелось шоколадку вечером, но, возможно, потому что мои приехали из супермаркета и купили шоколад. Конечно же, он был по скидкам, купили 10 плиток. И этот шоколад попался мне на глаза. И время было, наверное, 8 часов вечера. Я вот, честно, я слово думала, сейчас все лягут спать, я плиточку с собой заберу. Но, на самом деле, я устояла. Но вот могу сказать, что мне очень-очень хотелось шоколада. Я вот, как эти французы, наверное, я просто знала, что я смогу ощутить вкус этой плитки. Что я смогу ощутить вкус этой плитки шоколада, но просто вот по-новому. Соответственно, трудно было мне вчера устоять, но я устояла. Хочу также сказать, обратила внимание на свои волосы, которые сегодня очень, на мой взгляд, плохо лежат, пушатся. Сегодня, кстати, я тоже не успела накраситься. Соответственно, вот результат на лицо гречки, сидение на гречке. Мне кажется, светленькое лицо такое. Так вот, хотела сказать, что я купила себе два новых продукта. Их обзор делала SPF Vella. Я их показывала. Вот сейчас ставлю, наверное, сюда даже фотографию. Но мне нужно также закончить, я делала обзор тоже на эти продукты, голубая серия фирмы Redken, Redken экстремальная длина называется. Я говорила, что эти продукты стоят дорого, на Эреке о них очень хорошие отзывы, многие девушки ими пользуются, те, кто отращивают волосы, и, повторюсь, продукт, он призван, в общем-то, для ухода за длинными волосами, мы знаем, что длинные волосы, их тяжелее сохранить, за ними сложнее ухаживать, они в определенный момент начинают очень сильно путаться и сами себя повреждать вот в этих микроузелках, в этих постоянных движениях об одежду, а также о самих себя. И хочу сказать, что эта серия меня не впечатлила, в который раз это могу повторить, я вот наношу периодически этот продукт, и опять же, сегодня влажность, сегодня дождь, возможно, даже слышно его на камеру, волосы себя ведут ужасно, обычно так волосы у меня себя не ведут после сразу. Обычно волосы так себя не ведут на первый день помывки, у меня все достаточно неплохо смотрится, тем более, что я прохожусь феном с крутящейся головкой, тоже много раз рассказывала в помощь всем, у кого длинные, полудлинные волосы. Кстати, моя мама задала мне вопрос, подойдет ли ей такая щетка, у нее короткие волосы. Нет, вот на короткие волосы я бы не рекомендовала такое приобретение, на мой взгляд, оно бесполезно будет. А вот у кого волосы касаются... У кого волосы касаются плеч и, соответственно, ниже, вот такое приобретение, это будет очень хорошее подспорье для каждодневной укладки. Кстати, я вот сегодня, опять же, не успела накраситься, стою в пуховике, мне кажется, всю зиму я прохожу в пуховиках, даже не в пальто, которое я так рекомендовала всем носить, потому как это действительно красивая верхняя одежда на теплый период, и сейчас можно найти теплое пальто. Я очень часто задаю себе вопросом, зачем вообще выглядеть хорошо в этой жизни, зачем
зачем сидеть на гречке, худеть. А когда ты пересекаешь определенный возрастной рубеж, тебе, в общем-то, становится достаточно безразлично то, как ты выглядишь, потому что, во-первых, ты знаешь, что ты можешь хорошо выглядеть, и эта мысль тебя всегда греет. Ты знаешь, что, в общем-то, где-то там ты стройна и подтянута, даже если у тебя уже лишние килограммы накопились, ты знаешь, что, в общем-то, ты можешь хорошо выглядеть. И вот эта мысль, она, кстати, очень часто останавливала меня и, ну, наверное, я думаю, других женщин, останавливала, когда я могла выглядеть чуть лучше. Я вот, например, когда родился второй ребенок, я очень плохо выглядела. Да и когда первый ребенок, мне кажется, тоже я плохо выглядела. Вообще, мне кажется, вот лет 10 назад я хуже выглядела, чем выгляжу сейчас. Потому что, ну, мне было все равно, вообще-то я никуда не ходила, выходила на улицу, практически никого не встречала, а если встречала, меня, вот, допустим, даже не узнавали, так плохо я выглядела, меня это не особо расстраивало. И вот я даже сейчас часто с утра вставая, приводя себя в порядок, возможно, расстраиваясь, что я не успела накраситься, как сегодня, я задаю себе вопрос, зачем вообще нужно хорошо выглядеть, потому как всем, в общем-то, все равно, после определенного возраста, все равно на саму себя, по большому счету, ты, в общем-то, приобретаешь эту некую уверенность в себе. Ну и тем более окружающим также все равно, в пальто ты, в пуховике, либо ты, в общем-то, в трусах пришла в сад. Соответственно, всегда отвечаю себе на этот вопрос очень-очень просто. И именно этому, наверное, посвящен мой канал. Я заметила и совершенно четко проследила связь между тем, как ты сама себя ощущаешь, когда на тебя положительно реагируют окружающие, когда, в общем-то, во взглядах читается некое восхищение даже, то, что, допустим, у тебя маленький ребенок, а выглядишь ты хорошо, то, что, допустим, у тебя двое детей, а одета ты все равно достаточно аккуратно, стильно и красиво. И как это ни странно, вот эта связь с социумом, она очень важна, мне кажется, для женщины совершенно точно, про мужчин не могу сказать. И я всегда себе повторяю совершенно простую фразу, сказанную не мной, что нельзя жить в социуме и быть от него свободным. Поэтому, по большому счету, каждый раз, когда я привожу себя в порядок и выгляжу хорошо, каждый раз, когда я стараюсь прихорошиться на запись канала, потому что, на самом деле, мне почти 40 лет, я знаю, как я могу выглядеть хорошо и совершенно спокойно воспринимаю тот факт, что сегодня волосы у меня не уложены, а накраситься я не успела. Но тем не менее, я знаю, что каждый раз, когда я под видео получу комментарий, что я выгляжу хорошо, я получу вот эту вот зарядку на весь день, а возможно даже на следующий день, которая так человеку необходима. Нельзя, повторюсь, жить, в общем-то, в окружении людей и быть свободным от мнения людей. Поэтому, в общем-то, мой канал о том, как хорошо выглядеть, не тратя ни много времени, ни много денег. Я на собственном опыте убедилась, что это возможно. Но вернемся к гречке. Сегодня, наверное, я сварю одну из круп. Одна моя зрительница, большое ей спасибо, написала, что квиноа это хорошая крупа, она заменяет многим веганам белок. Наверное, за ней я и съезжу. Единственная проблема, что, возможно, сегодня я просто не успею туда поехать. Сегодня у нас снова четверг, рыбный день. Поеду я на рынок, заберу рыбу для своего мужа, себе готовить рыбу не буду. И в заключение видео про гречку хочу сказать, что для меня на самом деле стало некой проблемой тот факт, осознание того факта, что я очень мало ем. Я ем один раз в сутки, я ем гречку, и потом у меня, по большому счету, не возникает необходимости поесть. Вчера я пила зеленый чай, в обед поела гречку, причем обед состоялся позже, то есть если раньше я хотела есть 12 часов, то теперь я в 2 часа спокойно сажусь со всей семьей и ем, то есть у меня не получается такой завтрак и обед, у меня получается полноценный обед без завтрака. И вечером я съела одно яблоко, но, повторюсь, я не хотела его есть, у меня не было чувства голода, я его съела, потому что мне просто захотелось в компании, дети ели яблоко, и я, в общем-то, поела яблоко. Поэтому меня скорее беспокоит тот факт, что я так мало ем. Поэтому, возможно, вот уже, наверное, ближе к пятнице, я вот, ну, просто-таки насильно введу себе какие-нибудь салаты из сырых овощей и, наверное, какой-то фрукт с утра буду съедать. Но, повторюсь, вот на данный момент этой необходимости я не ощущаю. И, пожалуйста, если вы сидите на гречке, если вы сидите на несоленой гречке, исключили сахар, исключили мучные продукты, пожалуйста, помните о том, что суть этой диеты не в том, чтобы похудеть. Суть этой диеты в том, чтобы освободиться, либо очень сильно уменьшить тягу к сладкому. Именно за этим, в общем-то, все, именно, вернее, поэтому все началось, все стартовало с видео. Одна моя зрительница спросила меня, как уменьшить тягу к сладкому. Я рассказала о своем опыте, что я тяги к сладкому не испытываю. Я от нее свободна, но когда-то съедала ночью, по большому счету, тайком, чтобы никто меня не мог засмеять. Даже в кругу семьи я стеснялась того, что я могу съесть 2-3 шоколадки, шоколадку и, допустим, упаковку конфет, и, соответственно, я это все ела вечером, когда все спали, чтобы, в общем-то, никто на меня никакими взглядами не смотрел.
Поэтому я совершенно сейчас свободна от тяги к сладкому, чего и вам желаю. Уверена, что при помощи этой диеты, при помощи 10 дней вот такой диеты, вполне можно либо полностью уменьшить, либо полностью освободиться от тяги к сладкому, либо значительно ее уменьшить. Если по выходе из этой диеты, из этого марафона гречневого, вы не насильно не привьете себе, опять же, тем фактом, что вы будете думать, вы так долго сидели без сахара, без конфетки, без шоколадки, нужно поэтому ввести. Вот если вы этого, от этой мысли будете свободны, то я уверена, что вы приобретете надолго привычку потреблять гораздо меньше сахара, чем было вам привычно. Ну и вторая цель – это просто поменять вкусовые привычки, действительно начать чувствовать вкус еды по-другому, начать насыщаться более меньшим количеством еды. Могу сказать, что, опять же, я думаю, что многие подтвердят, кто сидел на подобных диетах, кто ограничивал себя в питании, что желудок, он очень быстро реагирует, он очень быстро стягивается и растягивается. Соответственно, если мы едим много, мы и хотим много есть, а если мы едим мало, и, к счастью, вот это, этот период, когда желудок утянется, он равен, на мой взгляд, 3-4 дням, в моем случае даже меньше. Соответственно, вы наверняка по выходе из этого марафона гречневого, сколько бы он для вас ни продолжался, напоминаю, не чувствуйте голод, должны вы его удовлетворять. В гречку добавляйте пол столовой ложки любого растительного масла, либо с кефиром. Употребляете гречку, то, соответственно, на выходе вы получите вот два таких преимущества. Уменьшите тягу к сладкому, либо совсем ее исключите, избавитесь от этой зависимости. Ну, а также приобретете вот другие вкусовые привычки, возможно, увеличите интервал между едой, а также привыкнете есть мало, насыщаться и, возможно, наслаждаться даже едой, потому что, по большому счету, еда, безусловно, это наслаждение, помимо того, что она нужна нам, чтобы, в общем-то, мы были бодрыми, здоровыми, красивыми. На этом я с вами прощаюсь, желаю всем очень-очень хорошего дня. Это была Яна Скворцова. Пока-пока.